улице, я люблю играть на улице, стоял, играл на улице, подошел парень в камуфляжке, военный, должен был быть мне, и попросил сказать, ой, не света, ой, не добра, я сказал, что я не знаю слов, вот, я сказал, ну ладно, вот, ну шо, вот, но фишка в том, что я подумал, а я пел песню Imagine Джона Леннона, вот песня, в принципе, как и сам Джон Леннон, против войны. И я считаю, что вот, знаете, вот так классно, что на самом деле, если вот даже наша страна находится сейчас в таком состоянии, мы очень классно воюем даже. И при этом мы не хотим войны. И наши военные, все ребята, все, кто воюет, все, кто защищает вообще нас, все на самом деле не хотят этого делать, это вынужденно. То есть и можно петь песни против войны. Это так классно, я все рады этим песням. Вот. Я просто хотел со своим поделиться и своими наблюдениями, то что на самом деле наша страна очень классная, и никто не хочет войны, а вот классно. World is one.
нет другого выбора, либо должны напомниться и понять, что все-таки можно жить без войны и всяческой фигни, а просто жить и радоваться. Всем... Что? На бит!